Всем привет! Сегодня я покажу, как делать оригами для игры в DuckG, которую показали в популярном сериале «Игра в кальмара». Для игры потребуются оригами-квадратики или плитки. Суть в том, чтобы броском квадратика перевернуть квадрат соперника. На каждый квадрат потребуется по 2 листа бумаги. Из листа вырезаем прямоугольник с соотношением сторон 2 к 3. У меня это 16 на 24 сантиметра. Сначала сгибаем листок пополам вдоль. Поворачиваем для удобства и подгибаем правый верхний угол к противоположной стороне. Проглаживаем и поворачиваем. Также подгибаем правый верхний угол к противоположной стороне. Вставляем этот модуль и складываем точно так же второй листок бумаги. Далее собираем два модуля вместе. Для этого помещаем один сверху на второй перпендикулярно. Подгибаем треугольные части модуля, которые находятся снизу. Затем подгибаем части второго модуля. Переплетаем треугольники, заправляя их друг под друга. Проглаживаем и готово! В игре нужно стараться кинуть квадрат так, чтобы второй перевернулся. Это не так просто, как кажется, и требует практики. Эта игра стала очень популярна после выхода корейского сериала. Поиграйте и вы! Пишите в комментариях, что думаете про DuckG и сериал «Игра в кальмара». И, конечно, подписывайтесь на канал!